Что происходит? Она ведьма! Говорю вам! Джоди Хоббс! Ведьма! Пойдем, пойдем домой. Идем. Идем! Иди в дом! Что стряслось? Зачем ты вышла на улицу? Тебе запрещено уходить со двора! Они там играли! Я просто хотела с ними! Что ты сделала с мальчиком? Филипп! Я не виновата! Это Айден сделал! Он защищал меня! Он... Хватит! Меня тошнит уже от твоих выдумок! На нет, этот не раз надо. Ты у меня получишь! Не смей! Марш в комнату! Иди! Постарайся уснуть, зайка. А проснешься в хорошем настроении. Засыпай. Мама! Я боюсь чудищ, правда? Они меня схватят. Зайка, чудищ не бывает. Я могу тебе оставить свет. Засыпай, малыш. Злись ты на нее, Филипп. Она ребенок. Ребенок? Видела, что она умеет. Сьюзан, это не ребенок, это чудовище. Не смей о ней так говорить, понял? То, что с ней творится, это ненормально. И становится все хуже. Господи боже мой, а если мы ее разозлим? Ой, да что за бред? Сьюзан, она все равно, что дикое животное. Мы не знаем, на что она способна. У нас в доме живет настоящий демон. Сьюзан, с меня хватит. Все, довольно. Иначе нас с тобой ждет дурдом. Мы согласились взять к себе девочку, а не это... нечто. Ничего не бойся, слышишь, Айден? Мы просто заснем. И ничего страшного. Чудищ не бывает. Они есть, мама. Они есть.
Со, что случилось? Одевайся. По дороге объясню. ДПА идет программа по изучению микромира другого измерения. Разработан конденсер, устройство для создания врат в иной мир. Они открыли проход в мир Айдена? Ночью сквозь врата проникли существа. Мы не смогли отключить конденсер. Все в здании погибли. Спасателей тоже никто не вернулся. Тебя просят помочь. Я говорил, что ты ребенок, и это слишком опасно. Но они знают, что ты одна сможешь справиться с тем, что лежит за гранью. Джонди, если не готова, скажи, я увезу тебя. Я готова. Стой, Нейтан! Ты чего? Нельзя ей туда идти! Ты в своем уме? Выбора нет. Только она может нам сейчас помочь. Простите, мисс, вам сюда нельзя. Пропустите. О, извините. Это кошмар! Что это? Я что, не от нас что-то скрываю. Туда просто уже нельзя никому впускать. Конденсер на нижнем уровне. Там есть пульт управления. Это все, что я знаю. Джонни, существа вокруг врат не такие, как Айден. Они из глубин того мира. Мы о них ничего не знаем. Я с рождения живу бок о бок с существом, о котором ничего не знаю. Я справлюсь. Не бойся, я сегодня не собираюсь убирать. Не знаю, как ты, Айден, а я боюсь. Что там, Айден?
попробую открыть с той стороны. Знаю. Я чувствую. Они здесь. Будь рядом, ладно? Сильный энергетический поток, позволяющий нам открыть время.
нет. Уходи, уходи, пожалуйста, уйди. Тише. Я Джоди. Я работаю с Докинзом. Существа полезли из врат. Существа из-за грани. Я спрятался, но они здесь. Они еще здесь. Вы бегите к лифту. Он заработал. Вы сможете подняться. Ты остаешься? Но ведь эти твари тебя убьют. Я не одна. Смерть ты встретишь одна. Сдохни, дрянь! Сдохни! Yeah.
Конденсер близко. Я слышу их с той стороны. Постараемся потихоньку. Может, проскользнем незаметно. Есть. Что-то не так. Уровень энергии в конденсере продолжает расти. Надо выключать его. Срочно! Никак! Никак! Сторону.
Я побегу к пульту. А ты будешь защищать меня, ладно? Готов. Thank you.
Хайден, ты тут? Джоди, зря я тебя туда отправил. Зря. Это я виноват. Боже, как я боялся за тебя. Не дай им это повторить. Если открыть врата, все погибнут.